Видеостудия «Фильмоскоп» представляет. Боевой план «Ландыш». Берлин, столица Германии, самый крупный и самый многочисленный город страны. Берлин – один из 16 земель в составе Федеративной Республики Германии. Город расположен на берегах рек Шпрее и Хафель, в центре федеральной земли Бранденбург, частью которой он не является. Очень много магазинов и бутиков, в том числе известных брендов. Около 1200 года на месте современного Берлина располагались два торговых поселения – Кёльн и Берлин. Городские права Берлина впервые упоминаются в 1244 году. Берлин был столицей курфюршества Бранденбургского с 1417 года, а после создания Германской империи стал ее столицей. В 1400 году население объединенного Берлина составляло 8 тысяч человек. Сейчас это крупный европейский транспортный узел и один из самых посещаемых городов на континенте. Вот и полиция. Это не за нами. Население города на сегодня составляет более 3,5 миллионов человек. Университеты, исследовательские институты и музеи Берлина известны во всем мире. А живущие и работающие в городе художники и писатели приезжают в него со всех уголков планеты.
Сегодня, к тому же, Берлин является мировым культурным центром. Город как город, хотя в цвете его зданий преобладает серый цвет, но очень много зелени. К тому же, каждое дерево пронумеровано. Народ на улицах не толпится. В Берлине все водители соблюдают правила дорожного движения. Это Бранденбургские ворота. Везде чистота и порядок. А вот серый стан. Вот это и есть здание Бундестага. Это мы зашли наверх. 600 с лишним человек. 600 с лишним депутатов. В Бундестаге у каждого 3 офиса. Молодой человек, он служащий, он пока сопровождает нас. Мы прошли контроль, как в аэропорту. Нас забрали документы, выдали специальные стикеры. Вот мы идем дальше. Как сказал он, здесь много искусства. Вот, очень высоко, очень. Вот Валерочка впереди идет. Там идут. Кристиан, Анна, да, Сабина и Вольфганг, который не звал. Вот наша экскурсия. Не все туда проходят, сюда проходят далеко, но все-таки. Мы ждем нашего депутата, она немножко запаздывает. Вот такие лифты идут вверх, ну, естественно, вниз. Вот, мы идем. Идет. Здесь тоже офис. Офис. Vielleicht auch zu den Mitarbeitern an sich im gesamten Bundestag. Es gibt keine genauen Zahlen, wie viele Menschen hier eigentlich arbeiten, weil zum Beispiel Reinigungskräfte waren mal direkt hier angestellt, jetzt sind es über extra Firmen, die dann hierher kommen. Also man geht aber davon aus, dass insgesamt mit Mitarbeitern der Bundestagsabgeordneten, mit Mitarbeitern der gesamten Verwaltung 40.000
14.000. Der Reichstag brennt, hat er ja angeblich gesagt. Deutschland was denn jetzt schon? Кто бил? И там бил другой дом, и через этот дом сейчас историки, они говорят, что это, в принципе, возможно было, что нацисты, они сами этот огонь организовали. Раньше они говорили, что это был Димитров, один да? человек. Димитров, mm-hmm. да, ага, я. Der Schlüssel von der Schlüsselübergabe 1999. Ab 1999 war der Bundestag wieder in Berlin. Es gab ja 1991 die Abstimmung im Bonner Bundestag, die ganz knapp nur mit 20 Stimmen Mehrheit durchgekommen ist, wo klar war, also es war ganz knapp, sonst wäre der Bundestag weiterhin in Bonn geblieben. Man hat aber dann sich doch darauf geeinigt, die Fraktion hier, also der damalige Bundestagspräsident links mit dem Schlüssel, Wolfgang Thierse, rechts daneben. Gerhard Schröder, der ehemalige Bundeskanzler, hinter Helmut Kohl, also damals die halbwegs wichtigen Menschen, die dabei waren. Und seitdem hat der Bundestag hier den Sitz und der Reichstag, das ist immer ganz wichtig in diesem Haus, hier sitzt nicht der Reichstag, sondern hier sitzt der Bundestag im Gebäude des Reichstages. Ja. Sagt Lenin. Это комната. Клубная комната, в которой отдыхают. Здесь же курят, но запах ощущается, конечно. Она очень высокая, но очень прокуренная. Вышли на балкон. Перед нами лоси. Hier vor der Platz der Republik, dort links, wenn Sie da unten schauen, neben diesen ganzen Containern da, das Denkmal, und auf diesen einzelnen Stein steht die ermordeten kommunistischen sozialdemokratischen oder christlichen Militärmänner. Das ist ein Behörde, das haben wir. Aufnehmen. Das ist Exkursion. Das ist Marie-Lisa-Fügers-Haus, da sind die Anschlüsse. Люди вот ходят, они собирают экскурсии и ведут. А мы ходим индивидуально. Красота-то какая! Это заседание Бундестага. Мы стоим вверху. Вот такое заседание. Ну, Валера.
Ага. Да. Вот, он тоже стоит, вон там Бундестаг. А это Валера. Чуть-чуть. Это хорошо. А, ага. Нас лично встречает руководитель фракции «Левые» Кристина Штубер. Ага. Больше нас только социал-демократическая партия, федерал-демократическая партия и христианско-демократическая. И потом еще есть зеленая партия, они чуть меньше нас. Hast du verstanden, Wolfgang? Nein. Sie hat das gedacht. Das ist heute interessant. Sie sagt, das geht jetzt. Sie sind auch einfach Künstler, nicht mehr ins Öffentliche. Это фракция ФДП, где мы тоже разговаривали с депутатами Бундестага.
летает или не летает? На веревке. С троса. Wie viele Frauen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Oh, jetzt ein Interessant. Resilial-Ebene. Oh. Geht es euch aus? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Теперь мы идем на Александерплац. Там находится знаменитая телебашня. После Останкинской, конечно. Это такой велосипед для братвы. Заодно и пивка можно попить. И весело очень. Пивная на колесах – это фантастика. Вот оно чудо конструкторской мысли. А нам пора и перекусить. Сейчас я всю компанию сниму. Да, все, компания. Да. Под нами очень низко, там весь так. Сейчас мы на ресторане на телебашне. На телебашне делаем самое высокое варенье. А он кухня. Я столько не съем. Вот. И под нами, естественно, да. Весь Берлин. Ага. Вращается. Под нами вот сейчас видно. Говорят, что здесь будет замок построен. Раньше был дворец республики. Там идет такой поезд берлинский. Мы крутимся, поэтому сейчас наползет. С высоты 200 метров плю горячий привет всему Берлину. Берлин, я тебя люблю. Сейчас мы входим в зону Берлина Восточного. Новые дома были когда-то построены во времена ГДР. Они отличаются, больше похожи на советскую застройку. Такие высотные серые дома. Это разница большая. Ну, конечно, дальше вот там дома. Тоже есть такой же старой застройки. Очень красиво. Это улица Карла Маркса. Очень красиво. Ага. Мы повернулись. Да, да, да. Это Шпрее, наша дружная компания. Да, высоко. Беседуем, переходя с немецкого на русский, наоборот. Да. Ja. Das ist von Eberswalde, ja. 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 Ja.
zu meinem 65. Geburtstag bin ich mit dem Auto in Vladivostok. Gut. Sabina, по-русски. Kein Problem. Байкал. Sehr schön. Светлана. Да, Берлин есть Берлин. Внизу. Здесь же находится большой вокзал. Это красная ратуша. Вот она. Здесь один здесь идет программистов Берлина. Большая радость. Очень красиво. Хотя и день. Стоит наша машина на этой стоянке. Как раз ее оставили. Да. Очень интересно, да? Мы подъезжаем почти к тому, здесь большой шар. Он висит постоянно, и я на канате. Скоро заканчивается.
вообще строительства очень много. Строят много. Например, на улице что какая-то большая стройка. Ну, пробки случаются. Они, как, конечно, совсем не такие, как в России. Но тоже есть. Я сама. Ага. Теперь мы выше вот этого самого шара, который висел, когда мы были на Рейхстаге. Подъезжаем к концу нашего путешествия. Дворец Республики Дубровина квадрата. Нет, два квадрата, на которых, на месте которых будет построен дворец, который стоял когда-то здесь. Да. Сейчас собирают на него деньги. Денька, наверное, мы стоим на кафедре и ждем, пока поднимется лифт. Потом там видно красная точечка бежит. Это поднимающийся очень быстро лифт. Их два. Der Vorraum der Buffets. Da. Aber das ist sehr schön gefressen. Aha. Arrivederci, ne? Musst aber bestimmt. Adios. Bedenken. Ja. И мы стоим в так называемом маленьком накопителе. Он тут 2 метра на 3. Ждем, пока нас посадят в лифт. Кристиан, Анна, Сабина. Поедем на лифте. Вольфганг спит. Все лежали. Das ist der schönste Stadt. Naja, das muss ich ein bisschen teilen. Ich komme aus Zedelmann. Also, ich hab nie die Termine verstanden, die unbedingt zu Zedelnick wollten nach der Wende. Aber die ganze Unterschriften hier sammeln. Als Termine fuhren Sie immer nach Zedelnick. Aber immer daran denken, immer daran denken, das sage ich hier nur zum Spaß, ja? Ja. Wir sind immer in Kur- und Kanzlerstadt, ja? Ja, richtig. So, und war schön hier oben? Ja, aber na klar. Ja, sehr schön. Ja. Die Aussicht hält sich wacker. Ja, ja, klar. Die hält sich zurück. Geht noch. Мы идем вниз уже пешком 6 метров. Вот. Дядечка пошел. Сабины. Сабины. Ага. Так. Ага. Мы выходим из ресторана. Я снимаю все. Вот. Вот мы на земле. А где твоя такая штучка? Ты ее забрал? Я забрал. Да? Я? Мы проходим. Тикет. Прошли. Видезайн. Наша прогулка по Берлину закончилась ночью. И мы едем на отдых в шикарный отель Долинзее. Гутен нах, Берлин. Вам ночи, жители Берлина. Вот.
продолжение следует.